Поздравительные открытки, автографы, росписи, докладные записки, конспекты лекций, официальные обращения и заявления. Мы много где оставляем свой графологический след для других людей – почерк. И не задумываемся, что можно по нему определить. Почерк отражает деятельность мозга. Фактически, это отпечаток того, как вы мыслите и чувствуете. Специалист может прочесть вас как открытую книгу, но таких специалистов немного. Когда человек любит ходить в баню, там такое нельзя установить. Но можно установить IQ человека, да, насколько он развит именно умственно, эмоциональный интеллект. А еще уровень неблагонадежности, уверенность в себе, лидерские качества, отношения с родителями. Юрий Решетов составляет экспертные заключения. Он окончил Академию МВД и Израильский институт графоанализа и может дать более 50 характеристик человека по почерку. Даже то, как вы размещаете текст на листе, имеет значение. Любите заходить на поля – упертый, идете до края. Последняя буква в слове меньше остальных – значит, вы очень скромный человек. Большое расстояние между буквами и словами говорит о вашей дистанции с людьми. Сильные стороны, перспективы роста, то есть на что нужно обратить внимание, какие признаки у вас такие доминирующие. Да? Почерк, он меняется вместе с личностью. Подделать почерк не удастся. Графолог все равно увидит общие черты. Поэтому, если решитесь на такое тестирование, будьте готовы к тому, что о вас узнают очень многое. Но если не хотите, не переживайте. Без вашего согласия работодатели проводить его не имеют права. Графолог просто откажет им в такой экспертизе. Юлия Гадар, Вадим Быстревский, «День с толком».